Здравствуйте. Вот я нахожусь в парке. Парк Победы сейчас стоит на велосипеде тут, наверное. Смотрела я вчера в Ольге Бухман ролик. Как они уже собрались в аэропорт ехать. Ну и рассказывали, как им стало страшно, что в Турции произошел переворот. А у них билет на Россию был через Турцию. Ну, все как бы говорят, но самое главное они не сказали. Билет они сохранили, летят ли они через Турцию, и деньги все сохранены. Потому что много чего сказано, как они там переживали, бедного Илью там три ночи он не спал, а что Илья. Это все потому, что когда нет денег, то собираться в походы очень опасно. Потому что любая может ситуация изменить все, и денег в кармане нет, и будешь ты сидеть, если не появится. А в чужой стране, наверное, не очень-то тебе приятно без денег сидеть. Так что собирайтесь в походы дальние, если у вас есть в кармане много денег. Вот это как Люда, Флорида, Ялта, она потеряла билет, перепутала сама, там что-то улетело раньше, чем надо ей было лететь, и билет ее пропал, и она спокойно идет и покупает другой билет, потому что есть деньги. А без денег, ребятки, сидите дома. Так что поездка эта, наверное, недешево обошлась. Она там говорила, что тоже, я не знаю, не буду врать, потом скажу, потому что на двоих уже у них прилично было, одни билеты. И вот так вот. Так что призадумайтесь, чтобы делать путешествие в любую страну, надо иметь в кармане деньги. Страх как-то помешал. Так что вот такие вот я хотела вам рассказать ответ этой Ольги Брукман. Так что мальчишка получил стресс, а чего ему переживать? Чего-то ему переживать было. Пусть мамки переживают, а ему и не надо было и знать, что у них денег не хватает. Так что вот так вот. Ребятки мои дорогие, все, пока, до свидания, жду вас на моем канале, пока-пока.